Так, ну что, пойдем? Да, пойдем. Вот это моя, дача. Понятно. Я ее построил недавно. Строил сам. Давай зайдем. Я с Фрэнком поздороваюсь, его покормлю и все, и мы А пойдем. какой Фрэнк? Собака. А. Пойдем. Тут у меня бассейн есть, но купаться на нем пока что запрещается. Воду надо поменять. Фрэнк, вот он, Фрэнк. Сейчас я его покормлю. Сейчас, секундочку. А вот у меня есть уже в руках она. На. Мой хороший. На. Все, ладно, пойдем. Пойдем. Теперь самое главное осторожно, поняла? Не надо быть... Надо быть на полном серьезе даже. Знаешь почему? Потому что это серьезное дело. Мы сейчас идем в шахту, которую я сам узнал так недавно. Кстати, вот смотри, вот тут сейчас будет дырка. Я тебе сейчас покажу, где. Вот дырка. Вот сюда не падай. Это у меня от... Там едешь по шахте? У меня от этого работает свет в доме. Ладно, пойдем в ту шахту. Вот. Это шахта. Вот она, эта шахта. Так. Главное идти осторожней. Давай, проходи. Нет! Нет! Даша! Нет! 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 Даша! 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 Ай, нет! 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 Таблички! Нет! Нет! Я забуду об этом всем. Я ухожу отсюда. Да, я ухожу отсюда. Нет! Блин, она упала! Нет! Она упала! Нет! Нет! Я потерял единственного друга, которого я мог найти за сегодняшний день. Нет. Даша. Нет. Нет. Ай, ай! Прошло полгода. Наконец-то я встретил Херобрина и я отправился на битву с этим тупым, безмозглым Херобрином. И все было зависящее от меня. Вот так вот.